Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Сейчас будет онлайн-расклад по вариантам. И тема будет такая. Как и с кем я встречу новый 2019 год? Подумайте сейчас над этим вопросом. С кем вы хотите встретить Новый год? Как он у вас может пройти? И давайте посмотрим. Чисто интуитивно выбирайте сейчас только одну карту. Чисто интуитивно слушайте свой голос. Итак, первая карта. С кем и как вы будете отмечать Новый год? Вторая карта. С кем и как вы будете отмечать Новый год? Третья карта. Четвертая карта. Пятая карта. Шестая карта. Выбирайте интуитивно, загадывайте. Вопрос, с кем и как я буду отмечать новый 2019 год. Загадали? Итак, кто загадал цифру номер один? Вы знаете, у вас идет вообще как бы постоянно все циклично. Вот как вы всегда отмечаете Новый год? Вот в таком же составе, с теми же людьми вы будете отмечать этот Новый год. Вот абсолютно, точь в точь. Может быть, даже та же самая будет елка стоять, на том же месте тот же стол будет стоять, также будет, может быть, включен камин. Понимаете, те же гирлянды, те же люди и те же салаты. Но давайте еще добавим. С кем и как вы будете встречать Новый год? Да, конечно, вот так вы будете отмечать Новый год. Потрясающе, правда? Это просто изобилие всего. Там, понимаете, стол просто ломится от всяких яств. Да, все любимые, дорогие вам люди рядом. Вы просто от этого Нового года будете получать удовольствие. В принципе, как от любого Нового года. Потому что вы всегда его так встречаете, с таким с размахом. Наверное, свой день рождения просто так не отмечаете. Но любите Новый год. Но почему нет? Это действительно очень хороший праздник. Я радуюсь, как ребенок, этому Новому году каждый раз. И всегда жду какого-то чуда, понимаете? Что Дед Мороз ко мне приедет. То есть у вас то же самое, да? Вы такой вот, почему бы нет, да, праздник. И сказка продолжается, да? Давайте еще посмотрим, с кем и как вы будете отмечать Новый год. Я еще вот что хочу сказать. Может быть, на этот Новый год что-то, может быть, пойдет где-то так, не так. Может быть, вам захочется уйти. То есть вы будете отмечать Новый год, все будет хорошо. Но, может быть, вас куда-то позовут. И вы уйдете с одного места на другое. То есть там подружка вас зовет, вы с подружкой немножко побудете, а потом приедете домой. Или же наоборот. Понимаете? Может быть, вы будете с любимым человеком. Да, и там немножко с любимым человеком, потом вам захочется уйти. Уйти домой. Или наоборот, из дома уйти к любимому человеку. То есть здесь есть такой вариант, что вы можете поменять. Поменять, я не знаю, там, дом или квартиру в этот Новый год. Да, потому что мы, как мы будем встречать? Мы будем вот так встречать. Сначала в одном месте, потом пойдем в другое место. Ну вот, как вариант. Это как вариант. А в принципе, все как бы стандартно. Встреча Нового года, как всегда. Дальше. Кто загадал цифру номер два? Как вы будете встречать? Ой, здесь я прям император. Ну, я так полагаю, да, у многих может отыграться, что здесь вы будете встречать Новый год с мужчиной, с императором. Ну, дай бог, чтобы настоящим императором, а не самодуром, понимаете? Потому что все чаще я вижу каких-то самодуров, которые появляются в жизни наших женщин, да, потому что веду все-таки консультацию, я это все вижу, как есть. Но дай бог, чтобы с настоящим, прям вот настоящий, чтобы мужчина прям был такой, прям сильный, мощный, с которым хочется и не только Новый год отмечать, да, а провести рядом всю жизнь. А также может быть, что у многих также, сейчас вот я то, что буду говорить, проиграется. Возможно, не мужчина, а просто, как бы, знаете, вы сами по себе, и у вас все стандартно, потому что вы вот являетесь, возможно, этим императором, который сам знает, так, сегодня я хочу праздник Новый год, так, дома, так, а завтра я праздник буду там, в другом месте отмечать, так, то есть вы сами как себе распланировали все, как начальник, так,
за вами, то есть никто не может взять над вами верх. Вы сами прекрасный руководитель. Вы четко знаете, где и как и когда вы будете отмечать Новый год. Это тоже как вариант. Дальше. Еще как вы с кем будете отмечать Новый год? Да, туз жезлов. Вы будете отмечать, вот если у вас есть мужчина, опять же, да, если у вас есть мужчина, вот этот император, который я говорила, то, конечно, по тузу жезлов это будет такой вообще потрясающий Новый год, понимаете? Сексуальный, сексопильный, с такими бурями эмоций, с такими желаниями, понимаете, с такими встречами, объятиями, с счастьем внутренним, да, с радостью, с позитивом, с какими-то совместными походами, я не знаю, в музеи, в театр, в парк, не знаю, куда вместе вы будете ходить. Вы просто оба будете наслаждаться жизнью. Это какой-то для вас будет незабываемый Новый год. Незабываемый, понимаете? Для других же, для других, если у вас нету мужчины, опять же, это общий расклад. Не смотрите, что здесь 6 вариантов. Это общий расклад. У других может проиграться, что вы сами себе начальница, то, что я и говорила. И вы скажете, так, я хочу то-то, то-то, то-то сегодня, так, а завтра то-то, то-то. Так, мне нужно сходить там, я взяла билет на оперу, там, не знаю, да, какую там. И нужно сходить в большой театр. Все, я должна это сделать. А потом мне нужно зайти еще в ресторане посидеть там. А потом еще я хочу кое-что себе купить. Я же наметила себе там машину. Мне же машину надо брать. То есть салон уже, да? То есть забирать. То есть вы какие-то вот такие будете... Вы сами себе устроите праздник. Просто. Потому что вы можете себе это позволить. Вот так вот просто по одному щелчку. Потому что вы сами себе хозяйка, а туз жезлов не имеет права вам запрещать. Он говорит, солнце мое, для тебя зеленый свет. Что ты хочешь? Машину, квартиру? Ты хочешь под Новый год купить себе однокомнатную квартиру, двух лет? Дом ты хочешь себе купить? Да какие проблемы, иди покупай. Вы знаете, вы также можете себе, вы себя так побаловать можете под Новый год, девочки. Это просто вообще просто. Но очень хороший карт. Не останавливайтесь, не останавливайтесь. Если вам хочется прямо на Новый год сесть в самолет и поехать, полететь куда-нибудь. Сделайте это. Если вы одна, сделайте. Вот все женщины, которые здесь одиноки, вы точно знаете, что на Новый год вы будете одни? Я вам говорю, для вас зеленый свет, не смотрите, что здесь красный. Для вас зеленый свет, сели, поехали, захотели, купили. Есть желание, пошли, сходили. Поняли? Для вас полностью, вот прям вот что хотите, то и делаете. Так, дальше еще смотрим, как вы еще будете, да, Новый год, да, Старший Аркан Мир. Посмотрите, посмотрите, какие у вас карты выпадают, девочки мои красавицы. Ну, если мужчина меня смотрит, то красавчики, потому что здесь очень хорошая карта, Старший Аркан Мир. У вас просто, вот, знаете, вы этот Новый год как входные ворота в лучшее, а лучшее это у нас наступающий Новый год, 19-й. И вы в него будете входить с миром. Если вы в ссоре с любимым человеком, помиритесь. Нет, если вы понимаете, что нужно помириться, помиритесь с этим человеком. Если вы считаете, что вам человек этот больше не нужен, и тем более в 2019 году, все, закройте эту тему с этим человеком, чтобы он больше уже в вашей жизни не появлялся. Хорошо? Если вам хочется уехать к любимому человеку, к нему, да, потому что вы на расстоянии, и он находится далеко от вас. Сели, полетели, все, сели, полетели, прямо на 31-го, понимаете, в 11 часов вечера заявляетесь к нему и отмечаете с ним Новый год под бой курантов в постели. То есть тут понятно, да, у вас Сочи, тут вторая позиция, у вас потрясающе, с мужчиной вы, без мужчины вы, у вас потрясающий Новый год, я вас просто поздравляю. Еще хочу сказать, вот кто загадал двоечки, у вас будет потрясающий 19-й год. Запомните, что я вам говорю. Я уже просто по этим трем картам уже вижу, какой у вас будет потрясающий 19-й год. Полон успехов, полон осуществления желания. И те, кто одиноки, обязательно встретят свою судьбу. Запомните. Дальше, кто загадал третью позицию? Боже мой, солнце! Это самая хорошая карта в Тару, потому что она счастье, это карта счастья, я ее так всегда называю, солнечная, яркая, позитивная. Я даже не хочу больше ничего вытаскивать.
Я не буду больше ничего вытаскивать, никаких других карт, потому что я не хочу портить то, что я здесь вижу. По старшему аркану Солнца у вас будет такой фееричный какой-то, я не знаю, Новый год, где будут близкие, где будут подарки, где вы будете сиять, у вас столько энергии, у вас столько счастья, у вас осуществление всех желаний. Меня сейчас, я говорю, у меня прям переполняется вот от этого солнца, я сама как будто сейчас заряжаюсь, у меня переполняются эмоции, слова в слова сейчас идут у меня. Потому что я хочу вас поздравить, это очень хорошая карта. Я не хочу больше ничего вытаскивать. Я вам сейчас уже пророчу, что у вас будет очень хороший Новый год. Запомните это. И осуществляются все ваши желания. Вы получите все, что вы так сильно хотели. Вы так потрясающе проведете Новый год. И еще хочу сказать, не унывайте, не плачьте, потому что вы вот с этим солнцем должны войти в 19-й год. Это ваша задача. Потому что хотите, чтобы в 19-м году вам все было хорошо? Отлично. А такую поговорку слышали, как встретишь Новый год, так его и проведешь потом? Слышали? Отлично. Значит, вот с таким позитивом мы входим в 19-й год, если вы хотите, чтобы у вас там дальше все было хорошо. Все, дальше. Четвертая позиция. Вау, здесь тоже супер. Слушайте, мне нравится, мне нравится. Мне нравится этот расклад. Девятка Пентакли, вы самая красивая, потрясающая, ухоженная. Там, я не знаю, вся после салона красоты такая, понимаете? Стол весь прям ломится от яств. Люди, близкие, все поздравляют. Дома очень красиво, все в гирляндах, все там горит, вмигает. То есть, и, в общем, будет потрясающий Новый год. Вы будете встречать его вот уже готовое, понимаете, готовое. Прям хоть, я не знаю, снимай и в Инстаграм отправляй, как у вас все потрясающе. Давайте еще посмотрим. Как и с кем вы будете отмечать Новый год? О-хо-хо-хо-хо. Отшельник. В одиночестве. Нет, может быть, будут близкие люди, конечно. Естественно, там родители, дети, может быть. Может быть, и любимый человек. Но у многих может проиграться, как действительно вы будете одна, без семьи. Возможно, такой вариант, потому что это отшельник. Или же есть много близких, то есть все есть рядом, стол большой, но вы одинока. Вы чувствуете себя в этом году, вот уходящим, да, встречи Нового года одиноким человеком. Давайте еще посмотрим, с кем и как вы будете встречать Новый год. Да, влюбленные старший аркан. А знаете почему? Потому что для вас этот год, вы знаете, вы все не пытались и хотели решить, уйти от любимого человека или не уходить. Кого выбрать? С кем я хочу остаться? И этот год такой, знаете, он как некий поворотный, потому что в 2019 году вы точно для себя четко определитесь, вы уходите от отношений или не уходите. Потому что вы уже пытались в этом году до конца года решиться, у вас пока не получается. Вы не можете выбрать, но вы выберете это в 2019 году. Поэтому, в принципе, Новый год пройдет хорошо, но здесь есть моменты, когда вы будете чувствовать себя одинокой и будете даже выбирать, оставаться с компанией этой или уйти вообще, что мне делать, мне скучно, я все равно чувствую себя одиноким. Одинокой. Понимаете, да? Вот такой вариант. Дальше пятерка. Карта умеренности. Ну, здесь все очень хорошо, стол ломится тоже от яств. Но вы будете так, знаете, все у вас как бы умеренно будет. Новый год пройдет хорошо. Тихо, спокойно, в хорошей, может быть, обстановке, может быть, среди близких людей, а может быть, вы будете встречать в одиночестве, потому что вариант здесь общий. Общий, хоть и шесть вариантов, здесь все равно общий. На пятую позицию, знаете, сколько людей будет сейчас гадать. Поэтому здесь может быть женщина и семейная, и одинокая. Смотрите, что вам сейчас будет идти. Вы будете, ну, так скажем, кушать, да, вести себя и эмоционировать тоже умеренно. Вы будете себя контролировать в течение всего Нового года. Это же не только там 31 и 1, да, всего как бы вот там чуть больше, чуть меньше, да, на несколько дней. Будете как бы все уметь. Так, питание то же самое. Вы будете смотреть, что вы пьете,
Какие спиртные напитки, например, или вообще скажете, я спиртной не буду пить, да, там может быть бокал шампанского. И в плане еды, питания, да, то, что вы будете кушать, тоже будете контролировать свой. Вы не будете есть то, что там все начинают кушать, и вам тоже это типа нужно там. Нет, вы, у вас все контрольно, контрольно. Может быть, вы худеете, а может быть, вы четко решили, что на Новый год я не собираюсь поправляться, как это делаю всегда и все другие. Я не хочу, мне это не нужно. Все. Дальше, давайте, ну, в принципе, тихо, спокойно. Вот Новый год, он у вас проходит тихо, спокойно. Смотрим дальше. С кем и как вы проведете Новый год? Страшный, страшный суд. Ну да. Это люди из прошлого, которые опять возвращаются к вам. Опять та же обстановка, та же елка, тот же стол. Ну, по тому же старому сценарию. Ничего пока не меняется в вашей жизни. Ну, потому что карма, отработать ее надо. Те же люди возвращаются. Может быть, вы их год не видели, они раз на Новый год опять. Там, типа, ну давай вместе встретим. Ну что, ты одна, я один. То есть и вам приходится, ну ладно, давай. Ну как-то так. С кем еще? Да, шут, дурак. Давай начнем все заново. Может быть, вам вернется мужчина из прошлого или подружка из прошлого, да, люди из прошлого, которые скажут, ну чего ты одна на Новый год, давай вместе, ну как-то не скучно будет. И, может быть, опять захочется, да, по-старому. А такой еще как вариант есть. Может быть, вы действительно будете встречать одна и по шуту дураку. В принципе, вам и будет хорошо. Само собой, да, как-то наедине самой. И вам захочется, может быть, пойти куда-то, развеяться, какие-то праздники, развлечения какие-то. Может быть, встретиться со старыми друзьями у кого-то там на вечеринке, а потом опять домой прийти к себе, да, к своей елочке. То есть вот такой вариант тоже может проиграться. Имейте в виду. Но, в принципе, все. Карта умеренности здесь говорит о том, что все будет тихо, плавно, спокойно, как всегда проходили Новый год. Дальше. Кто загадал шестую позицию? А, ну, скучновато у вас как-то по четверке чаш-то. Новый год как-то скучно. А что-то хотите вы такое интересное, чтобы прям вот какой-то драйв был, интерес был к Новому году. А у вас как-то все одно и то же, тот же стол, те же салаты, елка опять та же, уже надоела. Такое может быть. И люди те же своими старыми анекдотами. Скучно, правда? Давайте посмотрим, с кем и как вы еще будете проводить Новый год. Ну да, опять. В доме, в себя, наверное, гости, близкие. Все родные, да, уже люди, которых вы знаете, а с кем еще праздновать, правда? Так наготовить немного, как вы раньше готовили, здесь уже такой столик будет, ну, культурненький, приличный, от того, что ломиться ничего не будет. Все самое хорошее, вкусное, правда? Вот такой будет стол. Еще давайте посмотрим, с кем и как будете проводить Новый год. Ну да, и здесь всем одаренные, здесь все просто ждите подарки, судьбы и та же. Может быть, вам что-то предложат, подарят, скажут, какие-то поворотные события. Но все самое хорошее ждите, потому что вам от Вселенной идет сюрприз. Я не знаю, какой сюрприз, что вам Вселенная даст, в какой дар вам даст Вселенная. Может быть, она вам даст, я не знаю, там подарит машину, квартиру. Да, я говорю сейчас это громко, но чтобы у вас это получилось, и вы до этого уже полгода что-то делали, правда? Чтобы к Новому году уже это получить. Так что получите. Может быть, новостройку, которую вы покупали полгода назад, вы ключи получаете к Новому году, правда? Очень же приятно. Или же вы заказывали полгода назад, там, не знаю, машину, она все никак приехать к вам в салон не могла. А тут на Новый год вам звонит, говорит, приходите, уже машина ваша готова. То есть вам Вселенная что-то дарит. Или кольцо бриллиантовое с большими какими-нибудь камнями, вы хотели все купить, а он там стоил, не знаю, миллиард. И тут вы звоните, а там оказывается скидки, он уже стоит там так дешево просто вообще. И это тоже, да, это же тоже как некий такой дар Вселенной. То есть я говорю утрированно, но я говорю с тем смыслом, чтобы вы понимали, что я хочу донести, да? То есть вам Вселенная даст такой подарок, что вы даже как-то не ожидали. А может быть, ожидали и ждете. А я просто подтверждаю, что да, получится. Вы получите дар. Ждите терпеливо. Ну, год, не год, а Новый год, да? Пройдет, в принципе, очень хорошо. Спокойно, ровно, но вот с каким-то приятным сюрпризом. Так что вот такой был расклад. Всем желаю всего хорошего. Хорошо встретить Новый год. Будьте счастливы, будьте любимы. И пусть у вас будет все хорошо. Я вас всех люблю, я вас всех обожаю. Спасибо, что остаетесь со мною. И будьте счастливы. Спасибо.